И всем привет, зрители и подписчики канала Троллиота, и добро пожаловать в 8 метров оружия в Роблоксе. Да, я понимаю, немного опоздал с тематикой, да, эта игра вышла давно, да, эта игра не такая уж популярная, нет, она популярная, но в нее сейчас особо никто не играет, прям в этом плане, на ролики там и так далее. Но я решил все равно попробовать, почему бы и нет, потому что многие люди в нее играют, многим она нравится, я решил, почему бы и нет, может мне тоже она понравится. Если вам понравился этот ролик, то есть понравится он, можете, естественно, оставлять обратную связь тем самым, то есть через, получается, подписки, там, комментарии, лайки. Я буду, если вижу большую активность на этом ролике, то, естественно, буду мотивироваться снимать, продолжать этот контент. Так что вам, если нравятся такие ролики, понравится серия этих роликов, то жду от вас, собственно, поддержку, так сказать, в этом плане. Так что сегодня будет, надеюсь, очень интересно, но мы непосредственно начинаем. Ну а перед тем, как перейти к основной сути ролика, я бы хотел обратить ваше внимание на мой дискорд-сервер, в котором раздаю бесплатных пэтов каждому, кто в него зайдет. Также на моем дискорд-сервере можно пообщаться со мной и моими подписчиками, а еще на сервере есть своя экономика. Ссылка на сервер есть в описании, а также в закрепленном комментарии. Что, друзья, ну давайте начнем с того, что я, наверное, музыку немного включу. Вам не будет слышно, но я как минимум буду что-то слышать. Давайте еще, в принципе, разберемся, как это вообще все работает. Вот что вот это такое, например? Я вот вообще без понятия, что это такое. Какие-то шарики непонятные. Ну ладно, давайте сначала перейдем по стрелочке, нам сейчас объяснять, что здесь делать. Я выбрал себе первое оружие здесь. А вот такой меч, я не знаю, что он мне особо дает. Я вообще не знаю, как, в принципе, даже выиграть в эту игру. То есть вот настолько я ничего не знаю. А, здесь написано, вроде, нажать, да? А, и этот меч сам атакует? Это очень странно выглядит, ну ладно. Прикол. То есть мы вот так вот нажимаем, и оно, собственно, само фармится. Интересно. И чем лучше меч, тем, естественно, у него больше дамага, я так понимаю. Ладно, у меня немного слишком громко. Не слышу немного, что я говорю. У меня, короче, музыка это сбивает немного. А что-то здесь вот так вот стоишь, фармишь и получаешь вот эти вот монетки. Вот я не совсем вижу разницу между вот этими монетками и вот этими. Эти, как минимум, фармятся, видимо, быстрее в разы. И я видел, что они въезжают в каких-то яйцах здесь. А вот эти вот ши, или в какой-то игре, вот в Ниндзя Легендах это называлось ши. Я не знаю, как это тут называется. Вообще, это какая-то вроде как японская игра, типа того, какие-то самураи. Как не музыка такая здесь. И, в принципе, здесь как бы стиль, например, построек тот же, да. Вообще, игра выглядит неплохо. Реально выглядит неплохо. Мне кажется, что мне надо сейчас открыть вот это яйцо. Мне сейчас говорят, как, кстати, мне как раз сейчас советуют это сделать, в общем-то. Давайте мы, наверное, это и сделаем, да. Как бы странно это не звучало. Как бы логично это не звучало и банально. Давайте откроем это яйцо. Открывание яиц, в принципе, прикольно, но медленное. И что такое у нас? Frigid King Slicer. Хотя вообще, а вот инвентарь, понятно. То есть это вот не инвентарь, это что такое? Это просто какие-то вещи, просто дешевые, бесплатные. Так, давайте откроем вот это вот яйцо. Почему бы и нет? Ой, яйцо. Короче, это колесо фортуны, давайте его заюзаем. Мы получили... Что это такое? Не понял. 15% что-то. Один experience boost. Какой-то буст у нас есть, это что такое вообще? 523 минуты. Какие-то бусты здесь есть разные, x2 коины, я так понимаю. Но фармиться уже, наверное, на самом деле в разы быстрее. Давайте, наверное, реально продолжим прокачиваться как надо. Какие-то бусты здесь у меня сверху. Здесь, на самом деле, механика здесь достаточно странная. Реально достаточно странная. Я получил какой-то Demon's Curse, что это такое? Не понял. Какой-то дебаф, что ли, или что это? Не понял. Так, давайте посмотрим дальше. Здесь мне особо ничего фармить нет. Давайте вот эти вот деревянные пробуем фармить. А, прокачивать можно при помощи них, серьезно? Cell Fuse, не понял. Не, мы их не можем пока зафизить, странно, ладно. Прокачивать звание? Давайте позвольте спросим у него как, потому что я действительно без понятия, как вообще играть в эту игру. Я здесь впервые, блин, играю, я вообще не знаю, как здесь прокачиваться. Ну, вроде как у нас прокачка, в принципе, неплохо идет. Мы можем сейчас попробовать пофармить то яйцо, которое там стоит. Справа видишь. Здесь как вообще прокачиваться? А мы не можем пока ничего сделать здесь. Мы не можем реально ничего трогать. Кстати, он попал в ролик, я его поздравляю. Так что да, можете тоже его поздравить, если хотите, конечно. Короче, ребят, мне подсказали, что можно использовать мои 11 миллионов, на секундочку, кей в этом самом магазине. Я даже не знал, что это магазин. Здесь хотя бы надпись должна быть какая-то. Вот это вот, кстати, реально проблема с этой игрой, видимо. Я надеюсь, что я вообще смогу прокачивать. А, нет, стоп. Нужно атаковать врагов, чтобы получить максимальный экспириенс для того, чтобы открыть, собственно. А мы пока не можем, но мне нужно немного прокачать экспы. Я вернусь, наверное, немного попозже, когда немного получше прокачаюсь. Так что, наверное, увидимся опять-таки немного попозже. Так что... Да. Что ж, друзья, мне только что помогли выиграть первого босса на этой локации, то есть что я теперь могу пройти следующую локацию. Посмотрим вообще, что здесь есть. Давайте, у меня есть ключи, собственно. Можем открыть. Мы получили 2000, 3000, точнее, ши почти.
И что-то еще получили. А, в общем-то, мне бы могли, в общем-то, пройти этого босса. Теперь мы, по сути, можем открыть следующую локацию. Надо ее теперь осталось купить, и будет вообще топ. А, потому что эта локация, на самом деле, реально слабые предметы. И, кстати, что тут такое? А, какие-то ачивки просто, да? Я так понимаю. Или что это? А, нет, стоп, это... А, это просто апгрейды какие-то. То есть мы что-то проходим и получаем апгрейды, если забираем. Прикольно, прикольно. Надо про это тоже будет реально не забывать. Что, друзья, мне вот этот подписчик, Daniel Dami, подарил мне вот таких вот просто имбовейших пэтов на 4, почти 4,5 миллиарда и на 300 миллионов, получается, дамага. Большое ему спасибо. Вот мы сейчас уже будем проходить следующую локацию. Это, кстати, вторая локация уже на секундочку. Мы сейчас будем проходить, получается, боссов. Сейчас быстренько будем сейчас спидранить все. Давайте ждем его. И, собственно, начинаем... Это, собственно, файт, грубо говоря. Давайте, мы сейчас вообще на изи должны его зарубить. Отлично. У нас уже сколько мы получаем здесь? Мы получим где-то 8000 таких коинов. Смотрим. У нас есть шанс получить вот эти вот обилки интересные. Посмотрим, что мы получили. Мы получили ши. Ладно, нам не повезло. Идем, собственно, дальше. Так. Идем дальше. У нас вот такая вот уже достаточно прикольная локация. Нам надо сейчас, получается, ее открыть до конца. То есть нам надо ее купить. У нас уже сейчас нам... Все, отлично, нам хватает. Нам отлично хватает. Так, нет, наверное, не буду туда телепортироваться пока. Нам надо сейчас непосредственно открыть локации. Так, у нас есть как раз 40 тысяч. Я надеюсь, мы где-нибудь там не застрянем, потому что, ну, пэты жесткие. Но я очень надеюсь здесь не застрять. Вот это что такое у нас? Ничего, нифига себе, мы получили боссовый ключ. Имба. Ну-ка, сколько скорпион нам даст? Жесть. Ну, конечно, он немного дал, ну ладно. Так, нам нужно, кстати говоря... Так, нужно, наверное, дальше фармить вот эти вот с какой-то аурой синие. Вот они, по-моему, неплохо так дают этих коинов. Сколько вообще стоит следующая лока? 300 тысяч, что много очень. Поэтому надо фармить именно вот таких вот... Кстати, здесь какие-то мерчанты есть прикольные. Здесь какие-то новые фишечки есть интересные. Ладно, давайте смотреть. Давайте репортируемся, собственно, в эту локацию. Убиваем этого босса. Ну и, собственно, сейчас посмотрим. Мы, кстати, получаем с него очень-очень-очень-очень много этих ши. Получение непосредственно ключ. У нас есть шанс получить очень хорошие, крутые обилки. Вот это вот интересно, на самом деле. Ну, мы получили ши, опять-таки, нам не повезло. Идем, собственно, дальше. А, кстати, у меня вопрос. Мы можем несколько раз подряд этих боссов фармить или нет? Если мы реально можем это делать, то это реально имба. Это очень изи будет тогда, если мы сможем это делать. Но по дороге давайте вот этих вот фармить. Кстати, получили интересную обилку. Циклон. Има. Ну-ка, что это за обилка вообще? 4000 урона наносит. Вот это, конечно, жесть. Так, ну эта обилка тут похуже, пожалуй. Так что, надеюсь, вот эта вот обилка, которая на 4000 урона, жесть. Это, конечно, капец, да. Так, идем дальше. Нам нужно непосредственно, наверное... Я надеюсь, мы вообще можем беспрерывно, собственно, боссов фармить. Я надеюсь, мы это можем сделать. Ждем его, потому что... так, кто написал? Тебе когда-нибудь делали операцию? А, не, мне не делали. Так, а можем вообще фармить его или нет? Просто мы здесь... Я здесь просто нафармил просто раз очень жестко. Не знаю, смогу ли я здесь реально ши просто жестко фармиться. Здесь реально очень жестко фармится. А, нет, здесь не очень так уж и много дали на самом-то деле. Ну да ладно. Но я хотел бы открыть вот этот ключ, на самом-то деле, этот сундук. А, нам не хватает. Нужно два ключа за раз, что ли? Не, ладно, тогда это им не очень круто. Так, а нам нужно, собственно, как можно больше нафармить этих штук. Ничего себе, а это что за имба такая? Что это за билки такие вот все интересные? Я вот вообще без понятия. 4000 тоже. Вот это жесть, конечно. Давайте это тоже эквипнем. Так, ну и давайте, наверное, дальше фармить эти камни. Потому что да. Нам нужно сказать, что нам не хватает. Мне не хватает, собственно, на эту локу. Что ж, друзья, на этом, наверное, сегодня закончим. Я сегодня достаточно много, получается, сегодня нафармил за один видос. Видос получился достаточно долгий по сравнению с другими видосами, но я в этом как бы не жалею. Надеюсь, вам понравилось только, собственно, вы ввели ему лайк, подписались на канал. Также надеюсь, что вы написали топовый комментарий, который возможно попытается еще, друзья. Также надеюсь, что вы... получается, вступили в мою группу в Роблоксе по ссылке в описании или же мой дискорд-сервер, который может общаться со мной с моими подписчиками. На этом у меня сегодня все. Всем желаю всего хорошего, всего лучшего и, собственно, всем пока-пока.